All I need is you, baby, baby. Brooklyn to be known. Из Лиссабона. У нас шел дождь, было холодно и не очень приятно, поэтому мы взяли автобус Hop-on, Hop-off. 20 евро с человека на 2 дня стоит билет. Две большие линии, которые покрывают не только Лиссабон, но и также близлежащие городки. Поэтому мы с самого утра сели на этот автобус. И вот наша первая остановка. Это регион Белем. И здесь есть башня, музей. И мы будем знакомиться с достопримечательностями Лиссабона. Эта башня Белем была построена королем Португалии, чтобы показать свою мощь и величество. Поэтому она выглядит действительно очень шикарно. Внизу мы только что были в политической тюрьме, где в свое время были задержаны очень влиятельные и важные люди. И также там еще внизу есть отсек, где хранилось полностью все обмундирование военное, порох и все, что касалось защиты, так сказать, территорий. А ну, Маша, сюда же сними меня, как я. Хамелеон. Давай. Ну вот, все. Хотели покушать, потому что за целый день ходьбы мы очень проголодались, и мы не нашли ничего лучше, чем поесть в археологическом музее. На самом деле, я вам честно рекомендую, там есть кафе-бар, снэк-бар с очень дешевыми ценами. Блюдо дня стоило 6 евро, и там это португальское блюдо бакаляу с рыбой. Ну а теперь мы подошли уже к монастырю Жеронимуш и будем заходить внутрь. Красивая архитектура, смесь готического, марокканского архитектурного искусства очень-очень завораживает. И очень интересный факт, то что этот монастырь был построен королем для того, чтобы собрать вместе монахов, которые молились бы за Васко да Гама, чтобы он совершил успешно свой путь для открытия Индии. Строительство началось в 1501 году, и закончили строить этот монастырь в 1600 году. И также землетрясение, которое в 1722, по-моему, году произошло в Португалии. Оно чуть-чуть испортило это здание, но оно потом было успешно реставрировано. И нынче является одним из 7 чудес Португалии. А сейчас мы приближаемся к самой известной кафе-кондитерской в Лиссабоне. Это самая старая кондитерская в Португалии, в которой делают типичные португальские такие корзинки-пирожные.